приветствует сервис «Доломейн». Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать! Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Доломейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, че ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Текс прямо расщедрился. Он забирает себе 70%. Ты забыла, что ли? Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Это для тебя правда настолько важно? Что? Как-то дешево Декстер тебя купил. За шмотки и лимузин. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным. Приближаемся к пункту назначения. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через Кампеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Доломейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Ханна, вперед? Коничива, найти. Погоди, я возьму болта. Мы приехали, Бак. Еще раз. Бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Не волнуйся, я помню.
Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. О, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Ханна. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Ханна? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не подсыпал. Я ее похитил. Прямо с показа на улице. Не знаю, как тут жестко с этими девчонками. Неплохой у них тут бар. Они ничего не запомнят. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Я туда загляну, если ты не против. Черт! Я с этим чемоданом как торговый агент на выезде. Пойду наверх. А когда я говорю, что полетят головы, это ни хрена не фигура речи. Слушайте, может, вам уже хватит? Вы мешаете другим гостям. Отлично! Их это тоже касается. Это по всем ударит. Бармен прав. На сегодня тебе хватит. Наверное. Тем более, что я вообще могу? Пойду лучше к себе. Привет. Привет. Что тебе налить, малышка? А что у вас есть? Сейчас.
Заждался. Помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда врали. То есть ты тоже? Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, Мекуэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Система исправна. Заряд 100%. Мерда. Застрял гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. Мы что, так и будем тут стоять? Бери уже, давай. А чего я? Не хочу им управлять. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, Чика, время поджимает. У них наблюдение по всему отелю. Даже в спальнях люксов, прикинь. И гостям норм. Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юринобу исключение. Пентхаус отключен от системы охраны. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть его к другой людей шахте. Из домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано «для милой уборщицы». А внутри еще «простите, что прибавил работы». Кровище было до хрена. Ну, хотя бы на чай оставил. Блин, а мне Марку мусор попадалось. Это блевотина и газ. Бак, есть проблема. Нет справедливости. Что еще? Мире. У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Думаешь, он сейчас свободен? Сейчас гляну. Кто? Ну, этот красивый, богатый. Что скажешь насчет вот телека? Всегда так игриво. Скажу, ищи что дальше. Юринову Арасака? Такие, как он, всегда свободны. Панель управления на террариуме. Костюм-то у него крутой, вряд ли, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. И
я бы согласилась. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда Балза. Лучше стекло нормально выпей, подруга. У тебя везде разводы. Сработало. Я еще не так могу. Ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай Болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один нетранер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретросленг не спрашивай. А этот резидент нас не поймает. Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже сука сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатилась, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь кажется, я нашла переключись проход. На другую. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ви, подключай болта к креслу. Попался! Демоны, это круто! Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Ты здесь, Бак? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя. Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Почему он отказался? А? Кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование.
Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер, и все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Да кого это ебет? Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты это представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банду? Этого позера, наверное, сразу послали. И название-то какое? Стальные драконы? Сборище мамкиных гангстеров, блять. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак, а ты это... Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. О, неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Эй, а что за спешка? Юринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работать. Он там, под полом. Ищите переключатель. Юринобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтан, конечно, но сойдет. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Нам кто-то летит. Бак. Не знаю, кто это. Но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Юринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа... 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Юринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Мы успели.
Проблему это не решило, Ди. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Импосибли. Это что, Адам Смешер? Охранник? Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби вот скоманеды куретты и тадаро. Мьерда. Азуш, ты уже. Арасака-сама. Мада будет чеку гао ватеймасен. Ваташи но муску да. Рей но моно кайшу шимашо ка. Ваташи но яру. Итте кури. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Атаси на кизуканай то демо умотта но ка. そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろ。あんたの問題点はそこだ。セガは自分中心に回ってると思ってる。ゴマだよ。よりのぶ。どうしてここへ直々に俺に屈辱を味わわせ立場思い知らせるためか。出る杭を打たれるとよく言うだろ。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。何かの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Уровень опасности
Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану саваги дес. Дарекага ни докомотта. Доку? Сода. Юринобу-сан, шикаши. Такемура, омай но ошикото нанда? Нану ханаши дес. Танчунна шицумон да. Катаэро. Арасаке-кено, что там у вас вообще творится? Юринобу придушил Сабура. Что? Вот, блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Бак, вытаскивай нас отсюда, быстро! Секунду. Нет у нас секунды! Сука! Да, есть кое-что. Давайте в окно. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диус Санто Пендито. Ты больше нет. Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Посмотри за углом. Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Еще бы немного. Его пробили. Мадрес. Это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай! Ви, кампеки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокись повреждён. Целостность чипа. Джеки! 86! 86% и падает! Чёрт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Амен. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл! Мы будем через пару минут. Приготовься! Ясно? Разумеется, мистер Уэллс.
Смотри, у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Россия. Класс. Теперь уходим отсюда.